Йо-хо! Всем привет! С вами Юнот, с вами Батли Тэч, и мы только что выполнили все задания здесь, протестировали нашу башенку и двигаем дальше. Давай, топи! Я только теперь не знаю, что делать. Что у нас по деньгам там? А, ладно. Дофига денег. Да. Нам нужно одного выкинуть. Наверное, выкину... этого. Скажите, я мне... Я скажу. Центуриона. Потому что у него дробаш и ракеты. Но по идее это прикольно, он может залететь, стрельнуть и убежать. Точно все закончено, а то опять удивлюсь, зайду. И вместо дробаша возьмем Питчи. Я так и знал. Потому что нам будет хорошо, если он будет тяжелый. Два прыжка. А если бы я играл за пиратов, я бы получал секретную технику. Так, спортзал завершен, и хорошо. 450. Сначала дешевая. Боевой дух растет. Летим дальше. Три прыжка, офигеть. Отстыковывайся. Четыре прыжка. А, ну я сейчас лечу с секретным шифром. Понятное дело, что какая-то задница. Так. Чемпионат Соляриса. А, почему не могу? Ага. Дариус заходит к вам, чтобы передать приглашение. Командир, наши бойцы по нашим бойцам... А наши бойцы поручили мне официальное приглашение... официально пригласить вас на собрание мехвоинов. Они... Оно произойдет в комнате отдыха сегодня вечером. Ожидается возлияние и просмотр голозаписи последнего чемпионата Соляриса. Затем Дариус добавляет мини-формальным тоном. Глич умудряется где-то добыть официальные записи. Подозреваю, что после просмотра наш мехвоин дружно напьется в хлам. Конечно, принять! Когда вы заходите в комнату отдыха, Медуза говорит: «Да ладно! Всем же ясно, что победит снова Нортон!» Глич толкает его локтем и кивает вам. «Мы как раз собираемся начать, командир, присаживайтесь!» Как и ожидалось, чемпионат Соляриса проходит очень предсказуемо, и главным развлечением вечера становится пьяный спор, который устраивает Медуза и Глич о том, какой из сражающихся мехов лучше, боевой дух величен, да. А чё нет-то? О, библиотека готова. Так. Улучшение. 450. Улучшенная библиотека. А, 450. Основное всё 900, да? Ну, давайте пока это будем делать. Боевой дух. А чё бы нет-то? Какая ты толстая-то, а? Я думал, ты тоньше. Ура, мы на Артуру прилетели. Пока рано. Что у нас здесь есть на рынке? Здесь нет рынка? Фа. Давай, расхитители могил. Артур на орбите. Вот мы и на месте.
рту. Такой негостеприимной ледяной глыбе мне еще не видел. Мы еще не видели. Короче, мне видеть не приходилось. Мистер Оливейра, вы же, кажется, отсюда родом? Да, леди Арана, мое детство прошло на высотах Насау. Это одна из орбитальных станций, висящих над поверхностью планеты. Там никто не приземляется, кроме шахтеров надземных месторождений, да и те работают вахтами по месяцу. Планета слишком опасна для постоянного проживания. Я помню одну страшную сказку, которую придумали как раз ребята из этих шахтерских бригад. Отец рассказал мне ее, когда я была маленькой. Кажется, она называется Локару. Насколько я помню, там было про злобный ветер, который завыванием гуляет по каньонам. Завыванием гулял по каньонам, разрушал двигатели и реакторы и выводил из строя компьютеры. Страшилка вполне в духе этой негостеприимной планеты. Да, леди Ран, это как страшилка про гремлинов. Ее обожают нерадивые работники. Надираются до потери сознания и забывают выключить фары, а потом говорят: «Локару грохнуло мне реактор, я еле ноги унес». Мы такими историями не гордимся, но это часть местной культуры, что поделать. Все ясно. Не курортное место. Ладно, поехали дальше. Дом Кросас представил нам 5 транспортных кораблей для того, чтобы вывести все, что мы найдем на поверхности планеты. Капитан Григгас на Дельфине будет обеспечивать связь с остальными кораблями. После того, как доктор Марат получит доступ к компьютеру Стадери, она откроет двери, и мы запустим процедуру оценки угроз. Затем, если все хорошо, Симуры доставят нас на поверхность. Эх, жаль вас перебивать, но у меня тут сигнал на экране. Это десантный корабль. Десантный корабль какой-то. Непонятно. Он направляется к поверхности планеты. Похоже, летит со стороны Луны Арту. Очень странно. Луны Артру необитаемы. Это корабль директората? Не могу сказать наверняка. Они все еще слишком далеко. Если будем идти с той же скоростью, я могу дать вам точные данные, например, через час. Если это директора, то мне очень любопытно, как они нас нашли. У нас нет никаких свидетельств того, что они знают, что мы будем здесь. Кто бы они ни были, но если мы десантируемся на поверхность Артру, все это, надеюсь, перестанет иметь значение. Мы сумеем войти и выйти раньше, чем они приземлятся здесь. У нас нет времени перестраховываться, нужно садиться прямо сейчас. Мехи должны быть на поверхности в полной боевой готовности сразу же, как только мы вскроем цитадель. Я сообщу об изменениях капитану Гиросу. Григосу. Мы не можем идти туда лично, Камея, в особенности до тех пор, пока мы не убедимся, что это безопасно. Вы лидер лоялистов. Мы не можем позволить себе потерять вас в погоне за добычей. Это ей решать, лорд Мадейра, не вам. Спасибо, енот. Дело не в добыче, Александр, и ты прекрасно это знаешь. Мой отец потратил последнюю половину своей жизни, мечтая об Арго и тайнах, которые скрывает этот корабль. И это как раз один из таких секретов. Я обязана сделать это сама. Это мой долг перед отцом и перед самой собой. Так, теперь вот что. Для того, чтобы завести мехов, которые мы можем найти в арсенале цитадели, понадобится время и опыт. Лорд Карас дал нам группу для того, чтобы вытащить их оттуда. И мне нужны лучшие мехтехники, которые произведут эту группу. Поведут эту группу. Это вы, мистер Виртанен. Вы пойдете со мной. Что ж, пойду нагрею заднее сиденье. Вообще, я на такой штуке только один раз катался, на Сент-Лорис. Мне тогда как раз руку оторвало. Но будем надеяться, что снаряд дважды в одну воронку не упадет. Удачи вам, я понаблюдаю за вами отсюда. Вот хитрая ж задница. Только не говорит, что мне придется ей управлять. Тварь! Драгон. Но мы можем Драгона заменить на Вархаммера. Хаба. Ладно, друг, отдыхай. Пока. Хо-хо-хо! 300 тонн! 100 тонник вот этот. Аннигилятор!
но у него патрон не так много, если подумать. И это меня раздосадывает, если честно. Потому что не хотелось бы оказаться в такой ситуации, когда у меня кончатся патроны, а бой будет еще идти. Теоретически я могу скинуть всю броню и чисто патронами накидаться, и все. Я тут просто одну вещь заметил сейчас. Там все равно пока подготовка. Честно, я не хотел бы, чтобы дали бы как нейтрального робота. Хотя я могу его расфигачить чертям и не париться. Ну, наконец-то. Command interface initiated. И чё у тебя за хэ? Удачи вам. Всем там. Я буду сидеть в верхних слоях атмосферы и просматривать на всякий случай. Принято, мисс Мейер, доктор Мурат. Удается подключиться к компьютеру Цитадели. Уже почти готова, леди Арана. Авторизация прошла успешно. У меня есть доступ к командной строке. С дверьми, правда, придется повозиться. Доктор, поторопитесь. У меня такое чувство, что я сижу на отбойном молотке посреди сауны на солнце. У леди Арана очень... агрессивная манера пилотирования. Бедолаги. Но не волнуйтесь, кажется, я нашла способ решить проблему. Продолжайте двигаться к основным дверям. Когда вы до них доберетесь, я смогу их открыть. Я поняла вас, доктор. Делайте, что нужно. И же делайте, что должны. Леди Арана передача заканчивает. Слышь, Камея, вообще что такое? Что у тебя за мех-то? Ой, ё, какое хланина-то у тебя. Ничего, да, наверное. Okay. The standard approach isn't working. I'm inputting a valid ID, but for some reason the door won't budge. I think I found a workaround. Бежим. Just be another moment. Минутка. Так, готово. Стоп, погодите, секундочку, я же кое-что попробую. Доктор Мурат, что вы сделали? Свет мигает. Мой экран погас. Доктор Мурат, мистер Оливейра. Весь арго только что погас. Тепловая активность нулевая. Я не знаю, что там сделал фара, но от этого вырубился двигатель. Об этом подумаем позже. Смотрите, из-за расщелины в камни лезут дроны. Какие дроны? Осторожно, они вырождают зубов и быстро идут на сближение. У них наверняка будет что-то. Давайте отступим. Не ходите, сейчас собирается, нет? Standing by. Location confirmed. Ну, Кантара. Микантара. Я убедился, что ты говно. Так. Waiting for orders. Got it. Давай, умри. Tell me what to do. Хотя одной ракеты бы хватило, да? Нет, на всякий случай лучше две бить. Bye-bye.
Ай! Orders. Moving to position. Давай, полный залп! Confirm. Ого! Хорошо. Reporting. One less vehicle. Sensors have something. Черт, никого не видит. Вообще ноль. Давай ее ракетами. Молодец, хорошо ударил. Пох вообще. What can I do for you? Don't need to tell me twice. Умри. Here we go. Молодец. You like that? Receiving you. Location confirmed. Так, средний лазер вырубаем, фичами фигачим. Молодец, добили. Reporting. Vehicle destroyed. Да чтоб вас. Tell me what you need. Tell me what you need. Tell me what you do. Бум-бум-бум. Бесполезный мех вообще. А, лошара. Да, вообще ни о чем. Конечно, я не хочу ее подставлять. Не дотягивается. Ну, давай туда. Умри, 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 умри. Нет, он выжил. Yes, commander. Heading out. Firing on target. Собака выжил. На, это вообще изи. Все, я дошел. Блин, по одной бы хватило. Мы не можем останавливаться здесь, в чисто поле. Если не найдем более надежное убежище, нам хана. Что делать? Отходите и ищите подходящее место для эвакуации. Я вытащу вас. Нет, мы должны пробиться к дверям. Это наш единственный выход, доктор Мурат. Совсем разберемся, поверьте мне. Леди Арана. Самира, она права. Крепость вроде Наутилуса может сбить дюжину леопардов. Возможно, даже одновременно. Если ты попробуешь нас забрать, тебя мигом подстрелят. Проклятие. Ладно, ваша задача — постарайтесь выжить, а я пока попробую достучаться до фары. Так, давайте, нам нужно как можно скорее вернуться в норму. Смотрите, турели этой проклятой цитадели запускаются. Турели? Ох, мать моя. Какого? Какого рожна сзади пришли-то? I'm listening. Так, уничтожьте оборонительные турели, отправляйтесь к главному входу базы. Ну ладно, давайте, допустим, пойдем сюда. Жди, будет возможность.
Вот. Блин, они просто открыты, неудобно. Давай, множественные цели. Хоп. Хоп. Огонь! О, полный залп. Мать моя. Плохо дело. Плохо дело. Так, и как он с тобой справится? Один, хорошо. Я думаю, двух должно хватить, да? Что? Ты урод, что сделал? Ты какого черта промахнулся, ты мне скажи? О, это было плохо. I'm taking structural damage. You have my attention. Умри! Молодец! Another enemy casualty. I hear ya. Только ракеты. Да, не хватило, обидно. Ready for orders. Почему? Есть же обзор, алло. Target 95%, только промахнись. Одного выстрела вполне хватает по ним, понял? Waiting on you, Commander. Беги, беги. Sprinting. Good to go. Ха! Попробуй, попади. They've got a lock on me. Так. Плохо дело. Давай, два патрона должно хватить. Нет, три надо было. Черт. I'm listening. I'm on the move. Давай, добивай. Собака, три патрона надо было. Мне кажется, мне надо будет еще взять патрона П, потому что... Опять техника? Мне, походу, не надо было с ними вообще связываться. I'm getting all shot up, Commander. Ты меня охерел? Нет, ху. Охерел, но не сильно. Просто умри. Все, хорошо. Сейчас еще две турели вылезут, сто пудов.
Standing by. Acknowledged. Engaging. Есть. Vehicle down. They've got a lock on me. Так, ты пока тикай. А, еще турель есть. Черт! Восемьдесят тонн, да вы издеваетесь. Па! Уходим отсюда. Они, походу, лезут бесконечно. А, командир, мы должны прорваться ко входу на эту базу. Дроны явно не собираются останавливаться. Они могут прорвать нас клочья. Да, я понял уже. Yes, I hear you. Давай, разведчик. Командир? Умри, пожалуйста. Давай! Чёрт! Receiving you. Ну-ка попробуем. Фак! Он не добил! Что ж ты за урод-то такой? Я думаю, по выстрелу хватит. Раз. Два. Не, да ладно. Что за лажа? Я не понимаю, как это работает. Ай-яй-яй-яй. Так первый походит он. Волочь какая. Standing by. I'm moving out. Номери просто. А, пофиг, 7 мочи. Я не понимаю, когда нужен лазер, когда нет. Тут неясная система. Вообще неясная. Кстати, у меня был мультиудар. Давай одним лазером просто туда. 95% собака, ну 95%! Я тебя ненавижу, если кого-то может ненавидеть больше, чем тебя, я не знаю, кто это может быть. Леди Арана, вы меня слышите? Дарис, хвала богам, объясните мне, что здесь происходит. Похоже, доктор Мурат сунула туда, куда не следовало. Здесь какой-то кошмар творится. Доктор уже с ног сбилась тушить возгорание. Старпом, передайте доктору Мурат, что если она немедленно не откроет эти двери, леди Ара, наконец, нам всем конец. Спасибо, Ян, я в курсе, я работаю над этим. Вы там подержитесь еще немного, я работаю. Мы опять потеряли контакт. Собак. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, хорошо, что я его толстым сделал, то кабздец мне был бы. Ну-ка, если я сделал вот так. Мультивыстрел. Кто-нибудь, надеюсь, умрет. Тупая тварь, да? Чё, надо бы одного бить? Ну, 80 тонн, походу, не пробивает уже. Эй! Больно.
Внимание, сейчас из расщелины вылезет еще куча этих мелких тварей. Сколько мне здесь держаться, алло? Я тебя расхерачу к херам вообще полностью. Все. Вот как, жизни были полные, таргет долетел, добил. Ну как это работает, я не понимаю. Три раунда продержаться. Три так три. Хоть 10. Хорошо. Надо отступать к воротам. Бежим все сюда. Враги довольно неприятно бьют. Опять какой-нибудь 80-тонник, да? Нет, нам нужно утекать. Нужно утековывать. Утекай. Yes, commander. Affirmative. Протянуть буквально пару ходов. Вдалеке заодно восстановиться. Тварь! Человек так много вот бесит это. Все, вот отступили. Им надо будет выехать, и мы их возьмем. Есть помехи. Еще, а тут кто вылез? О, здравствуй, ты кто? Пич-пич, офигеть. Да, минус, тварь. Я готов по тебе жахнуть. Не хватило, третий РБД было за глаза. Пичи есть? Пичи есть, умри! Так, ты пока беги сюда куда-нибудь. Конечно, медленно, но что поделать? А, секунду. Код авторизации принят, автоматические системы защиты отключены. Добро пожаловать, Арго. Хвала богам, доктор Бурат, докладывайте, что, черт возьми, у вас там происходит. Так, я использовала наш дешифратор, чтобы добраться до защищенного сектора памяти Наутилуса и вытащила все зашифрованные файлы, которые мне попались. Код к дверям у меня и еще кое-что. Доктор, что за пакость вы выпустили на мой корабль? Я не знаю, они здесь что-то исследовали, какой-то враждебный код. Кажется, я случайно выпустил его из карантина. Еще вы активировали сигнализацию. Хорошая новость, ситуация под контролем, почти на 90%. На корабль успел получить серьезный ущерб. Связь работает кое-как. Маршевые двигатели заглохли, мы беспомощно болтаемся в космосе. И еще куча более мелких проблем. В общем, я над этим работаю, но мне не помешал бы помощник. Подойдет любой, кто в состоянии выполнить простые указания. Арго, огромная посудина, а из-за этого кода тут полный бардак. Понятно. Симуры, забери наших, всех, кроме меня и Яна. Доставь их обратно на Арго, а потом выполняй указ доктора Мурада. Принято, леди Арана. Скоро будем там. Передайте копью, чтобы готовились к эвакуации. Эй, леди Арана, что мы делаем? Вот и то, ради чего мы здесь. Ради чего мы пришли.
Теперь нужно попасть внутрь. Я не собираюсь ходить с пустыми руками. Капитан Григос, наш корабль и экипаж готовы? Так точно, леди Арана. Дельфин принял груз и готов высадиться. Отлично, встретимся у северного входа. И поторопитесь, незваные гости будут здесь минут на минуту. Принято, наши люди уже в пути. Дом Красас рад служить делу реставрации, миледи. Спасибо, капитан. Ян, приготовьтесь, мы отправляемся в путь. Что? Чего? Куда? А? Что происходит? Не врубаюсь вообще, что-то творилось вообще неадекватное. Мне даже деньги дали. А у меня рейтинг увеличился или уменьшился, я не понял. Вроде ползет. Кентарон, это не страшно. Арчер, это тоже мелочь. 3000 все получили. Хорошо. Так, АПП, РБД, лазер. Пич. Пичи у меня мало, кстати. Пич 15 урона, пич 2 точности. Ёж ты за ногу. Где этот на 2 точности? Пич, конечно. Хорошо. На роботы, конечно, дали мне жару. Чё ж там дальше-то будет твориться, я не понял. О, я так и знал. О-хо-хо-хо, мехи! Куча мехов. Тонны мехов. Сотни мехов. И какой-то мега-мех. О, это рожа на заставке. Это что-то прям вообще. Внимание! Войска лоялистов Арано! Говорит командир Самуэль Остергард, офицер флота Конкорда. Вы окружены самыми прославленных бойцов, батальоном бойцов. От имени наших союзников и ориганского директората я требую вашей немедленной безоговорочной капитуляции. Но я знаю, что вы не сдадитесь, леди Арано. Ведь вы оружие реставрации. И заботьтесь о своей репутации. Мать моя. Это хорошо. Именно на это я и рассчитывал. Я с удовольствием пролью вашу кровь на лед, под которым мы ходим. Я не понял, что вообще происходит. Меня же должны починить и высадиться, да? Беспомощность. Арту на орбите. Фара, доложите обстановку. Как вы там? Главный реактор Арго все еще не работает. Я пытаюсь решить проблему в инженерном отсеке. Кажется, мне удалось изолировать вредоносный код. Но мы уже получили очень серьезное повреждение. Как у вас дела, Арана? Мы двигаемся. Турианские морпехи захватили цитадель. Большая часть группы мертва. Ян заблокировал двери мехотсека.
Оно долго не продержится. Нас осталось пятеро. Ян и еще трое мехвоинов с дельфинов. Мы выдвигаемся на поверхность на мехах, которым Ян удалось запустить. Приготовьтесь, леди Арана, когда вы выберетесь на поверхность, вас ждет неприятная встреча. Я застекла разведывательный отряд турианцев. Они... Таурианцев. Они стоят прямо за главными дверями. Принято, мисс Мейер. Отряд разведчиков меня не пугает. Когда они увидят наших мехов, они пожалеют, что не остались дома. Какое счастье, что вы с Яном живы. Как он там держится? Меня везут прямо в ледяной ад, в раскаленной пароварке на ножках. По нам стреляют древние роботы и куча гребаных таурианцев. У меня бывали деньки и получше. Вообще, просветите меня, с чего вдруг таурианцы сражаются на стороне Эспинозы? И чё этот Остергарта, или как его там, на нас так взъелся? Потому что мы здесь в полной заднице? Да чтоб мы знали, Ян. Все выясним по ходу дела. Неважно, почему они это делают. Зато я могу с уверенностью сказать, как они узнали, где нас искать. Информацию у таурианских наверняка слила Спиноза. А это значит, что у нас завелся Крот. И этот Отто Кроссос... Помните, что говорят лорд Кроссос? Его сын вернулся с Велдри другим человеком. Мозгоправы из директората что-то сделали с его головой. Сломали его. Вы считаете, что они ему промыли мозги? Вполне возможно. Я предупрежу Смитон при первой возможности, но сейчас нам важнее всего починить корабль и увезти Камео подальше от таурианских границ. Если ее поймают, реставрации будет конец. Он прав, нам нужно сосредоточиться на чеку в задании. Блин. Не хочу вас расстраивать, но стыковочные зажимы на Аргоне работают. Их заклинило, они не поддаются. Пока Фара не решит проблем с кораблем, в чем бы ни оказалось дело, от Леопарда толку не будет. Я работаю над этим. Если мне удастся открыть двери в инженерный отсек, мы сможем разблокировать стыковочное крепление вручную. Если можешь помочь, только скажи. Слушаюсь. Леди Арана, постарайтесь не погибнуть. Я все исправлю, я обещаю. Поняла тебя, Фара. Мы продолжим продержимся столько, сколько сможем. Лифт ускоряется. Мы уже почти на поверхности. Дверь откроется в любой момент. И нам нужен будет кто... Надо будет куда-то бежать. Дариус, какие у нас варианты? Вероятнее всего, вам нужно бежать на Дельфин. Остальные корабли лорда Карасаса улетели или уничтожены. Но Дельфин все еще находится на поверхности планеты, и вы вполне можете до него добежать. От ворот цитадели. Корабль сейчас обесточен. Скорее всего, таурианцы его еще не обнаружили. Если вы сможете добраться до туда, капитан Григос и экипаж сумеют вас вытащить. Что ж, так и будем действовать. Доктор Мурат, вам нужно починить Арго до того, до того момента, как мы доберемся до места. В противном случае мы все погибнем. Винот, оставайтесь на связи и руководите операцией. За это вы мне и платите. Только не говорите, что мне за них надо будет играть. Лифт только что остановился, лампочка замигала, дверь может открыться в любой момент. Мехвоины, приготовьтесь! Если мы не вытащим их с этой планеты, мы потеряем нашего главного мехтехника и самого ценного клиента. Это недопустимо. Вы сами понимаете это. Юнно, помогите нашим людям вернуться домой. Мне как бы починиться бы? А, я не могу, да, починиться? Прыгнуть на вражеский век может нанести ему серьезный урон, но при этом ваш мех повредит ноги и может упасть. Сколько не прыгал, я всегда только ноги вредил. Ни разу я не добивал его еще. Ни разу. Выдержите атаку таурианцев, следуйте к дельфину для эвакуации. Леди Камея Ран должна выжить. Может быть, мехи нормально будут. Правда, не знаю, что у них. Что вообще за люди? Почему не дали мне? Почему это...
давай, я уже готов. Command interface initiated. Фак. Камия Аран, леди реставрации Аран. Именем таурианского конкордата я приказываю вам... Черт побери. Иберии, у них мехи создал. Нам нужно подкрепление. Сейчас же. Мехвоины, путь домой нам преграждают таурианцы. Пробьем же через них. Вой за предел. Так, так предупреждаю заранее, когда отойдем на безопасное расстояние, я оставлю маленький сюрприз нашим таурианским друзьям. Какой сюрприз? Скоро увидишь, обещаю тебе, понравится. Какого черта они вообще идут сюда? Почему они бьют первыми? Мне дали мехов И сразу я не могу атаковать. Классно. Ну да, прекрасно. Чего бы мне сразу мех-то не потерять? Пичу, да? Что еще у меня есть? Ох, мать моя. Но они хорошие. Ну давайте пока на этом закончим и попробуем ими сразиться в следующей серии. Которая, походу, будет горячей. Погорячее, чем сейчас. Ну, всем пока.